Пока добросовестные анапчане высаживают на клумбах цветы, разбивают палисадники и альпийские горки, другие в погоне за легким рублем уничтожают всю эту красоту, выставляя на газонах транспортное средство. Именно такое определение велосипедам дал хозяин проката. Парируя претензии рейдовой группы, требования закона и традиции города-курорта, на газонах должны быть цветы, а не велосипеды. У вас есть индивидуальный предприниматель, можно посмотреть свидетельство? Вы сейчас составим протоколы, вы их можете обжаловать, конечно, в судебном порядке, конечно, как бы проблем никаких нету. Поверхностно ориентируясь в законах, гражданин будто не вышел из подросткового возраста. На каждую фразу представителей закона отвечал в стиле юношеского максимализма. И совсем уж недостойное поведение проявил в общении с участковым и сотрудником службы муниципального контроля, вынуждая законных представителей власти выписывать протокол буквально на коленках. В ходе мониторинга города был выявлен факт нарушение пункта 9.35 решения Совета муниципального образования города-курорта Анапа. Данный гражданин на прилегающей территории муниципального образования осуществлял прокат велосипедов в неустановленном, неутвержденном дислокации месте. На данного гражданина составлен административный протокол, передан на административную комиссию в администрацию города Анапы. Данное административное нарушение предусматривает или предупреждение, или штраф в размере 1000 рублей. Нарушитель правил благоустройства города-курорта оплатит штраф после рассмотрения материала на комиссии, и велосипеды с газона все-таки придется убрать. Ведь даже несмотря на убеждения этого гражданина, сомнения все же остаются. На одном велосипеде может уехать только один человек, а предприимчивый хозяин проката уверяет, умеет ездить сразу на четырех.